Доброе утро, мои многоуважаемые подписчики. Вот так, да, по росе можно пиздануться с утра. Это было не специально. Время около 6 утра. Все спят. Короче, все спят, да. Вот урод. Приехали мы на Актовский каньон. Я думал, что будет много народа, и меня прозвали Ворчеславом, Любомиром Ворчеславовичем Бородой. Вот. Оказалось, что народа нету, я проиграл. Вот. И сейчас этим народом будем мы. Сейчас, наверное, на этой поляне мы разобьем наш лагерь. И, собственно, лягушки нас уже встречают. Эти жабы, они ночью очень круто поют. Вот, у них прям целый концерт. И когда ты засыпаешь, даже кажется, вот сквозь сон, что ты начинаешь различать каждый голосок, потому что у них у всех разные пения. Собственно, сейчас мы разобьем лагерь и буду вам понемножечку показывать каньон и наш отдых. Сейчас дело будет. Мы, походу, вдвоем. Да? Может, шеф будет. Сереж, ты будешь чай пить? Ну, давай. Ну, огонь. Подписывайтесь на канал. Аж язык заплетается. Так вкусно. Страшно. Вот. И вот так вот, вот так вот поливают, вот смотри, вот раз. Ты тут нам дождь устроила. Запомнила? Вообще, все, я просто... Бутылку открыла. Был жар, не жар. Вот ты блонда. Я думал, кошка ваша блонда, но ты блондинка. Потому что я классная. Открывай. Закрывать. Нет. Вот оно как. Решили проделать великий чайный путь. Попить чайку на возвышенности. Так ты садись просто и все. Ну да, ну страшно. Ебать. Что тут? Охуенчик. Ну да. Ну блядь. Не, так ну, здесь сесть и все. Сесть, да не я у меня уже руки мокрые. Смотри. Прыгать-то не надо. Да я высоты боюсь. Ой, блядь. Самого пошатнуло. Класс. Что, садимся здесь? Да, да. Чайные пьяницы на выезде. Обычно шкалик разливают. Соображаю. Не, ребят, это реально круто. Вот так вот посидеть, попить чайку. Просто кайф. Всем рекомендую. Чай можно купить у Руслана. А выехать можно куда угодно. Пейте правильный чай. Женька полезла на ту сторону. Не знаю, видно ее отсюда или нет, но вон она машет. Ой! А вот чайные пьяницы. Глянь.
Снимаю, как начался дождь. Да, блин, вот не дождь, такой более как шторм. Да, такое. Штормит. Через минут 20 пройдет он. Все пришлось убрать. Вот. Заселиться по палаткам. Вот они, логово. Алкоголиков тунеядцев. Полило так достаточно сильно, но сейчас, скорее всего, он уже кончится, и все будет хорошо. Я думал, что будет сильнее. Уже туча уходит. Будем пить. А я иду такая вся, Дольче & Габбана, на сердце рано. На сердце рано. И вот исполнилось эти 40 лет, и кажется, с одной стороны, что пошел пятый десяток, что уже, ну, такой возраст уже не молодой, ну и пятый десяток звучит уже так солидно. Вот, и вроде какая-то некая грусть накатывает, что, ну, что тебе сегодня не 20, а уже 40. Вот. А с другой стороны, понимаешь, что главное быть молодым в душе. И возраст не помеха. Мне кажется, что, ну, раньше мне так не казалось, а сегодня я уже чувствую, что можно и в 60 лет нормально и бегать, и путешествовать, и быть уважаемым людьми, наверное, да, друзьями. Вот. Ходить в интересной, модной, молодежной одежде, вот, участвовать. Вести, наверное, активный образ жизни, да, участвовать в различных там интересных мероприятиях, интересоваться молодежными субкультурами. Вот. А можно, мне кажется, и в 30 лет быть в душе стариком, сидеть на лавке, грызть семечки, обсуждать прохожих. Так что я, конечно, не буду вас ничему учить, но жизненный вот этот вот пройденный какой-то опыт подсказывает то, что все в наших руках. И то, как мы воспринимаем этот мир, каким мы его хотим видеть, как мы его чувствуем, так и он является перед нами, вот, открывает себя нам. И каждое открытие – это какой-то новый этап, новый адреналин, новая природная энергетика, которая дарована нам богами. В общем, жить надо, наслаждаясь. Ой, блин. Нормальный этот саундтрек. А потом стал нервничать, что надо, чтобы магазин открылся. Денька любит фотографироваться и сниматься ваше. От настроения зависит. Такое умиротворение. Мы с Русланом натрескались чая различных вообще сортов. Можно сказать, прям набухались чаем. Ты чувствуешь себя так, что, наверное, даже очень трудно подобрать какие-то слова, потому что оно и так все понятно, все разложено по полочкам, все открыто, все прекрасно. А показывать уже вот думаю, пойду-ка я, наверное, сейчас сниму какой-то эпизод, покажу вот часть Актовского каньона. Вот, но я
делал уже в одном своем выпуске, Актовский каньон, показывал его вам. Ребят, это ну, настолько шедевральное место, что сюда надо приезжать. Тут надо чувствовать, слышать, дышать этим воздухом, это, наслаждаться этой природой. Камера всего этого не может передать. Оно все красиво на фотографиях, на видео, но лучше побывать здесь самому. Вот кому интересно, как сюда добраться, что с собой брать, какое местечко выбрать, можете писать в комментарии, вот, связываться со мной, я вам все объясню, подскажу, расскажу. Ну, все-таки уже не в первый раз я здесь. А может быть, с кем-то скооперируемся и как-нибудь сгоняем вместе. Что, в принципе, все возможно.